Дом Спиранских в добрые руки. Собственники объекта культурного наследия, адвокатская контора «Багрянский, Михайлов и Овчинников», после долгих поисков инвесторов для консервации и реставрации объекта, решили безвозмездно отдать здание. Напомним, в 2015 году родовое гнездо выдающегося государственного деятеля адвокаты выкупили у местного жителя за 250 тысяч рублей. Недвижимость привлекла внимание Черкутинской и районной администрации спустя несколько судов. Адвокаты выиграли дело, оставив за собой право собственности и соблюдение предписания инспекции по охране культурного наследия. До 20 сентября адвокатская контора должна была разработать проект по сохранности дома Спиранских. Проект – это тоже дорогостоящая вещь. Вот. Ну и, соответственно, делать проект, не имея возможности дальнейшего его реализовывать, тоже денег, соответственно. Вот. Сейчас мы просили их этот срок перенести, да, на год, да, чтобы тут как-то в связи с тем, что деньги не найдены, и, соответственно, может быть, и найдутся, да, просили этот срок перенести. Пока ответа от них нету, то есть что будет дальше, неизвестно. Сейчас адвокаты прорабатывают вопрос передачи здания в другие руки. В приоритете учебные заведения, связанные с юриспруденцией. Первым в списке был ВЛГУ, но пока в опорном вузе конкретного ответа не дают. Понять их можно, предстоящие работы только по сохранению объекта обойдутся в несколько миллионов. Важно, чтобы будущие собственники были и заинтересованы в проекте, считает Андрей Михайлов. Готовы бесплатно передать, лишь бы дом сохранялся, и, соответственно, таких людей ищем. Вот, и, собственно, в настоящий момент как-то более публично, что ли, пытаемся это сделать. Единственное, что уж не знаю, как это, не хотелось бы передавать это администрации, потому что как-то отношения с ними не сложились, и, так скажем, в силу ряда личных обстоятельств. Представители учебных заведений могут отправить предложение по дому Спиранских на электронную почту, адрес которой вы видите сейчас на экране. Евгения Палагина, Стас Трегубов, Губерния 33.